девиз нашего колледжа – беречь традиции, жить в настоящем, с уверенностью смотреть в будущее. Представить свое учебное заведение на 4-м всероссийском конкурсе творческих работ «Я здесь учусь, и мне это нравится» можно было разными способами – эссе, стихотворением, презентацией или видеороликом, как это сделал студент педколледжа Дмитрий Перминов. Итог – второе место среди более чем 3000 работ. До победы не хватило 2 баллов. Снимал колледж, ходил по урокам. Монтировал, видел. Нравится, как занятия проходят. Проводятся всякие мероприятия, конкурсы. Дмитрий Перминов – студент первого курса Слободского колледжа педагогики и социальных отношений. Он – будущий программист-техник. Человек скромный, но не лишенный творческой жилки, говорят о нем педагоги. Не все студенты поют, не все студенты танцуют. Но вот Дима выбрал для себя участие вот в таком конкурсе. В целом видеоролик отражал полностью наше студенчество, студенческую жизнь. Была очень большая подготовительная работа, то есть мы знали об этом конкурсе где-то около 6 месяцев. Сам Дмитрий подтверждает, к участию в конкурсе подошел не спустя рукава. Тем более, что слова «я здесь учусь и мне это нравится» он может сказать искренне. Юноша пробует свои силы в олимпиадах, связанных с программированием, и твердо решил получить заветный диплом.